А сейчас новость из области фантастики. Алматинские хирурги извлекли из желудка пациента 25-сантиметровую арматуру. Операцию провели врачи 4-й городской клинической больницы. Все бы ничего, но выяснилось, что с металлическим предметом мужчина прожил 2,5 года. Он обратился к медикам после того, как у него появились острые боли. Как так получилось, что столько времени инородный предмет не доставлял? А проблем 31-летнему мужчине не могут объяснить даже самые опытные специалисты. Медработники относят подобные операции к разряду не самых сложных. К слову, операция длилась около часа. Во время операции из желудка была извлечена арматура длиной 25 сантиметров около. Операция успешно прошла. Сейчас перевели в палату пробуждения. Пациент в состоянии стабильное.